В сугробе валялся. Кто-то уронил, я нашел. Третья! Ну-ка быстро домой! Быстро! Быстро! Давайте опять кучку! Что она кучка? На меня! Оля, дай по жопе что-то! Привет! Сегодня 16 февраля, после папиного дня рождения. Ну, папа дня рождения не было. Ну и хорошо, он сам попросил. Так, где эта кнопка?
Так, сейчас услышим. Я вам покажу нашу квартиру. Всех с наступающим праздником поздравляю. Завтра приходим обязательно все, чтобы не было куда-то начинаем отпрашивать. Сегодня у нас была, и последние две недели вообще у нас был очень такой напряженный, две недели напряженные дни каждый день. У нас практически каждый день через день были проверки. И сегодня у нас была опять министерская проверка. Там заходили дети, заходили на урок, пора посмотрели, ушли довольны. Поэтому как бы было тяжело чисто психологически. Ну все, хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому всем хорошо отдохнуть, но не забываем о том, что нужно еще позаниматься. Все, поэтому стабиляк в технике безопасности распишемся. Все, теперь кто-то остается, мне помогает, убираем класс, порядок приводим. Остальные могут идти домой. И добавилась у нас в отличнике Диана Тажибаева. Поэтому у нас три мальчика и две девочки. Так, давайте пока кто у нас... А кто купил перчатку? Да, это Дима. Это Димина? А кто купил ее? Я купил. Саша. Ну ты даже уже левая есть, зачем тебе правая? Правая есть, зачем тебе левая? Аккуратно. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Так, наезжай, скажи. Деньги давай, скажи. Я налоговый.